Всем приветик! Вы на канале Лазница, меня зовут Вика. Решила немножко оживить свои видео, потому что мне кажется, что они немножко стали монотонными. Просто прически, просто озвучка и все. Решила развлечь вас немножко еще собой. Сегодня я хочу показать вечернюю прическу, потому что последнее время на моем канале одни плетения. Видео тоже будет немножко другое. Я буду в реальном времени озвучивать то, что делаю. То есть не сначала снимать видео, а потом озвучка, а все вместе. Посмотрим, что получится и понравится ли вам. Ну и, собственно, долгое вступление не хотела, лялякать не буду, так что пошли делать прическу. Сегодня я хочу показать вечернюю прическу, и для нее мне нужно будет сделать локоны. Я просто делю волосы пополам и буду накручивать локоны от лица. Мне не нужен сильный завиток, просто хочу дать направление. Я сейчас все подкручу и вернусь к вам. Ну что, вот такие у нас получились локоны, этого достаточно, и сейчас я буду собирать прическу. Мне понадобится вот такая вот конструкция из резинки и двух невидимок. Завязываем хвост. Для этого нам и нужна была резинка с двумя невидимками. Мне удобно держать хвост вот так, чтобы мизинчик был возле головы. Хорошо затягиваю хвост, прижимаю мизинчик и завожу невидимку одну. Начинаю оборачивать второй невидимкой вместе с резинкой этот хвост. Хорошо и туго затягиваю. Тогда уже резинка не натягивается, я ее прячу туда же в хвост. Все, у нас получился хвостик. Теперь все эти пряди я буду подводить к хвосту и параллельно делать текстуру. Прядки у лица, если вам нравится, точнее клиенту, то оставляем и начинаем работать. Так, беру прядь волос. Хорошо ее зачесываю. Сбрызгиваю спрей воском. И начинаю вытягивать текстуру. Наметили пару прядочек и фиксирую невидимками. Теперь каждую прядку сбрызгиваю лаком и приглаживаю. После того, как я взбрызнула лаком, я еще параллельно приглаживаю и дую, чтобы лак побыстрее высох и прядка стала в таком положении, как мне нужно. Так, первая прядка готова. Переходим к следующей. Если есть коротенькие прядки, можно вот так вот повынимать по всему периметру, то есть не только у лица. Опять сбрызгиваю спрей воском, совсем чуть-чуть. И начинаю оформлять текстуру. На такую прядь я вытягиваю 2-3 прядки, не мельчу сильно, чтобы было видно текстуру. Наметила и подкалываю невидимкой. Прорабатываю все лаком. Двигаюсь так по всем выделенным волосам. Немножко ускорю, чтобы видео не было слишком длинным, и вернусь к вам. Также оформляю и челочку.
Если нужно, вы можете ее подчесать. Итак, мы оформили все волосы по кругу. Теперь нам нужен вот такой вот валик, но я буду его распускать. Он был вот тут вот пришит. Вы просто находите леску, разрезаете ее и распускаете валик. После этого вы можете формировать любой формы валик, который вам нужен. Я сейчас соберу волосы, которые подкалывала вокруг хвоста. Натягиваю валик на руку и забираю все волосы. Протягиваю их в валик. Начало валика я фиксирую невидимками. Теперь я оборачиваю этим получившимся валиком в хвост. Вот такой вот у нас получился валик и основа для прически. И сейчас мы будем оставшиеся волосы выкладывать на валик и закрывать его. Его я по кругу обязательно прокалываю невидимками, чтобы все прочно держалось. Дальше я беру прядь волос, хорошо ее прочесываю. Чтобы прическа у вас была чистая, пряди нужно хорошо прочесывать и работать ручками. То есть, если вы просто вот так вот отделите вот эту прядь, начнете из нее вытягивать ребрышки, то все у вас будет грязно. Поэтому важно очень все хорошо прочесывать, проглаживать, чтобы ничего не торчало. Тогда у вас будет чистая работа. Итак. Прядь у нас будет идти в эту сторону, поэтому изнутри я немножко подчесываю. То есть тупирую с одной стороны. Тут я все сглаживаю и начинаю также вытягивать текстуру. Захватываю двумя пальчиками вот так, потому что мне удобно. И также я буду подкалывать потом. И также начинаю вытягивать пряди. Из такой прядки я вытягиваю где-то 2 ребрышка. Этого будет достаточно. Беру невидимку и подкалываю эту прядь. Теперь лаком фиксирую выделенные прядки. Беру следующую. Также подчесываю изнутри. Сглаживаю. Можно еще ее растянуть в бока, чтобы она была шире и красивей. И также вытягиваю текстурные прядки. Все то же самое я делаю с остальными прядями. I want to meet my bright sun. I want to free all of my signs. And we saw... Теперь остатками, кончиками пряди я закрываю весь валик, чтобы его не было видно. Ну что, я украсила вот таким вот ободочком прическу, и наш высокий пучок готов. Will modify the way we look on each other. Now we have... Надеюсь, что вам понравилось это видео и мой высокий пучок. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. На сегодня у меня было все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Этот воздушный поцелуй для вас. Если получили его, то пишите плюсик в комментариях. Если вам понравился такой формат видео, то ставьте лайк, мне будет приятно. С вами была Вика, всех целую и всем пока!